Это Брахма-саровар. В Двапара-йогу, во время полного солнечного затмения, к этому месту для принятия омовения приехали сам Кришна из Двараки, а также его 16 108 жен, Васудева, Деваки и другие Дваракаваси. А из Враджа приехала Шримати Радхарани, Нанда Баба, пастухи, Враджа Гопи, также чтобы принять здесь омовение. Очень долго, в настроении сильной разлуки, Рада и Кришна встретились здесь. Кришна принял здесь омовение, раздал браманам пожертвования и также встретился с теми, кто приехал к нему издалека. Здесь он встретился со своими друзьями, мальчиками, пастушками. В то время ему было уже 100 лет, но когда он встретился с мамой Яшодой, они заплакали. Мама Яшода посадила его к себе на колени и накормила своим грудным молоком. Также Кришна встретился здесь с Враджа Гопи и Шримати Радхарани. Радхарани сказала: «О Шрима Сундар, ты тот же Кришна, а я та же Шримати Радхарани. Но когда мы встречались во Вриндаване, где течет Ямуна, где прекрасные цветы Бели, Чимели, Кетаки, где прекрасные деревья Кадамба, где чудесный лунный свет, кукушки красиво кукуют, а павлины издают звуки кека, когда мы встречались там, я испытывала такое блаженство, которого я не чувствую здесь. У тебя нет никаких знаков Вриндавана здесь. Ты Дваракадиш, украшенный короной, облаченный в золотые и серебряные украшения и драгоценные каменья. Где же твое павлинье перо? Где твоя флейта? Здесь только слоны и лошади, которые используются для войны. Если ты хочешь испытать ту радость, отправься со мной во Вриндаван. Там мы сможем встретиться в Никунже на берегу Вриндавана и испытать полное счастье. Поэтому, пожалуйста, взойди на колесницу моего сердца и отправься со мной во Вриндаван». Итак, во время солнечного затмения Бхагаван Кришна встретился здесь с Шримати Радхарани в Раджавасе. Сегодня канон солнечного затмения, поэтому преданные приезжают сюда, чтобы завтра принять омовение, раздать пожертвования и совершать бхакти Нитай Гаура Примананды.